Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы начнем продолжать проходить Postal. Это очередной аддон, который на самом деле вышел в этом же году, но почему-то его никто не заметил, он никак не выделился вообще. Вышел он 2 месяца назад, если не ошибся, я ни в чем. Это, как там называется оно, Happy Night, счастливая ночь. Это приквел. То есть события, развивающиеся до событий Postal 2 оригинального. Давайте посмотрим, что там замутили. Там будет совсем другая сюжетная линия. О, всего 3. Не то, что в Postal там целая куча. Очень легко, очень-очень просто. И там до безумия, короче, вообще дофига и больше. Пройдем и на среднем. Да-да-да, это я знаю. Она ни в какую не хотела записываться у меня бандикам, когда я пытался записывать ее как обычно. То есть есть 2 варианта. Либо в окошечке, либо кликаешь на экран, и там появляется FPS. FPS не появлялся. Это, походу, какие-то отдельные кадры. Забаррикадировался. Типа консоли. Google Голос, Voice. А, кстати, она же на английском только тоже, да. Какой русский язык? Нафига он нужен вообще? Не хочу пытаться даже вникнуть в это, потому что все эти переводы. Еще и неправильным я буду, потом кто-нибудь чем-нибудь скажет. Ой, ты неправильно перевел, ты такой сякой. Поэтому буду говорить то, что я знаю наверняка. В общем, очередное безумие, давайте. 20 лет тому назад. Это же сколько чуваку лет-то было? Он, наверное, еще и без жены был. Эвил Ака. Какой-то там. Так, секундочку. По-моему, это какой-то ужастик вообще. Судя по тому, что происходит. Ну или просто... Не Рождество, ночь. История, написанная би... Эй, мод. Там явно мясо происходит. Тридцать первое декабря 1994 года. Ты... Это кто? Это не я, по-любому. Вот тварь. Чё вообще происходит? Чамп, иди за это самое, завали её. Это чё, типа вы... Да, дядя Дэйв? Я чувствую себя дерьмово. Чё вообще происходит? Её, по-моему, вообще русские сделали. That's the stuff. I'm here to pick up my normal clothes. This is gonna be sweet. О, он приоделся. Система диалогов? А, нет, это он мне говорит сейчас просто. Эй, ты. Ты, тебе нужно денег. Что-то там. Дядя Дэйв. Дом. Я имею работу, а я буду на тебя работать, если ты дашь денег мне. Ну, найдешь мне денег. Я... Увидимся позже. Окей, спасибо. Сделать работу, найти денег. Карта у нас самая старенькая, это понятно. Всего лишь одно задание. Я так понимаю, тут вставили эти самые диалоги случайные из оригинала. Допустим, диалоги с дядей Дэйвом. То есть озвучки нет у них собственной.
А, мы на хате у дяди Дэйва. Кто дизайнил, кто делал этот самый уровень, короче, он говорит. Дизайн. Дорога на что-то там. Непонятно, в общем. Кик. Нас обучают. Чего не делали в оригинале. Вечеринка. А какая вечеринка? Рождество как-никак. Тоже меня обучают. А, типа иди либо налево, либо направо, либо иди в стену, как Гарри Поттер. Может пройдешь насквозь. Трубка с... Не понял. Трубка с... Вот это я понимаю. Правда, очень маленький текст у меня, потому что, ну... Я сделал 1280 на 720, я записываю вообще в окошке, как я уже говорил, что она не показывает FPS у меня, бандикам. FPS не показывает в самой игре, вот в этой. В этом дополнении, поэтому... Фастфуд. Это, по-моему, китайская пища вообще. Фастфуд это вот в этих упаковочках. Вот. Поскольку нет FPS, я записываю в окошке. Выделил окошко, выделил рамочку, на которой она 720. Саму игру сделал в окошке и записываю. По-другому не удается. Ой, слоненок. Модельку уменьшили, сделали такого. Че, ты сдохнешь, нет? Али, он сейчас взбесится. Ты прикиньте, он на месте, по-моему, там застрял, стоит. Ай-яй-яй. И все в шоке. Ой, маленький слоненок, сейчас он всех загубит, шая. Они его завалят, скорее всего. Он сам там половину, как минимум, перевалит. Че, у тебя 2 дигу? Че, тоже встало. Может, забаговано маленько, но это, в принципе, понятно. По-моему, здесь раньше крыша была... Это самое... Лестница туда. Ну, или типа того. Это мы знаем, генератор. Это 5-й день из оригинала. Идти на свалку. Так болтно идет. А что выпить можно? Кока? Иди отсюда. А что Enter? А почему не E? Я бы нажимал на E. Причем восстанавливает так нехило. Иди отсюда. Ой, скотина. У меня еще и спички одни. Дай мне пройти. Завали ее. Запинай до смерти. Я бы на крышу выбрался, у меня вот есть теперь боезапас хотя бы. Чем она палит вообще? Может, у кого валяется, там чего выпало, нет? И молочко можно, может, я выпью его, если можно. И подарочки здесь есть. Кока есть. Убили 3 человека. Слава не такой, завалил. Придется за мной все еще. Срубка здоровья, да я богат вообще, я... Тварь. Уходим отсюда. Нужно найти денег этому гребаному мужику. Дядя Дэйв попросил. Типа он будет на меня работать. Нифига это мне вообще нужно, я не понимаю. Я что, какое-то агентство? Так, возьми. Будем хоть маленько защищены. То есть я нахожусь, по идее... А там, на меже можно, да? Я не понимаю, что, не настроено, что ли, вообще ничего? Контроль с... Moving... Еще разбираться еще. Стоит туго. Вот эти по картами должны быть, нет? Не знаю, тут вообще ничего не работает почти что. Типа крест только. Не совсем. А, на улице зима, о. Тут еще и выход есть с другой стороны. Ебась. Он замерзший, короче. Тут же все были так просто, вы понимаете. Рождество, бухлицо. У кого-то белочка, у кого-то что-то либо еще. Там чамп у меня причем. Там. В смысле, в комнате. Сидел со мной. Это что такое? Если ты веришь в Бога, нужно что-то там сделать. Ты вот ты псина! Чамп, ты где? Спасай! У меня с собой нет ничего. Я вообще пустой. Че я тебе сделал? Я зашел не на свою территорию, типа, или что? Тупая псина. Да. Во-во-во-во! Блять! Вот тварь, а.
Наушник вылазит. Возьми. Хана вам всем. Хоть она и... А чё они не разрезаются? А это вообще не очень. Сейчас бассейн. Не порежем, а бассейн. Кроме как бензопилы, больше я ничего не могу с собой носить пока что, потому что нечего. Так, где там карта? Мап. Мапка. Компоид, комполд. Ну вы понимаете, что это до событий второй части, то есть у него еще нет жены, это во-первых, во-вторых, и его дома тоже нет на том месте, на котором он раньше был. Сделай что-то там либеральное, аэропорт, а я так могу что-то там уйти отсюда, что ли? Уберусь отсюда? Не ясно, в общем, вот я в английском не бубу, поэтому ничего, это самое. Ко мне никаких претензий, я не пытаюсь офигенно все переводить. Да и не было желания такого. Баксы, как обычно. Присели. Отдохнуть. Че это? А, ну иметь... А че продаешь? Ничего себе. Так, кошка. Айфон. Кстати, я, знаете, что узнал, что здесь можно делать селфи. Взял такой. Чик. В постеле. Стоит 180 баксов. Это сколько получается? У нас сейчас где-то 50 рублей, 1 бакс. И 50 умножить на 180. Цена айфона, наверное, в Америке. Это то, что я могу продать. Офигеть, конечно. Удумали. По телефону говорит. Почти говорит. Если бы она говорить умела, конечно. Голуби. Гули-гули, гули-гули, гули-гули. Семечек с собой не взял. Если, конечно, они здесь есть. А чем мне можно покормить голуби, я не знаю. Фастфудом или пончиками? Вот пончик. Будешь пончик? Вы представьте себе. Еще и целиком. Ну, ребята, видео маленько забагованы, поскольку в стену, ведь она целится. Hey. Нет. Мне твоя помощь не нужна. Все болюют, ходят. Что происходит? Это они между собой замесы устраивают? Разборки. Она просто идет в стену и целится в стену, там кто-то, по-моему, поссал еще. А я же могу встать, да? Как же без этого? Чувак. А, это ты. Тони, друг. Эй, чувак, у меня хорошие новости. А, что-то там. Легкие апартаменты работают на тебя. Ревайвал, какая-то компания хочет. Суки, блять! Я же не прочитал еще. Ай, и мы можем сделать тебе денег. Я думаю, лучше пойти и сделать этой ночью. А, перемещаемся, спасибочки. Ну, хоть что-то перевел. Хоть что-то понял. Большинство того, что он там писал. Ну, говорил, получается. Поскольку здесь нет озвучки, здесь сделали диалоги. Ну, тоже, в принципе, годно, что нет-то. Как в стиле RPG. Но почему RPG? Тут нет вариантов ответов, поэтому он просто мне говорит, я ему говорю да, нет, там, или просто говорю спасибо, все, пока. А если тебе нужна работа, иди за мной. На этом моменте я имею что-то там, какие-то идеи. Yes, посмотрим. Какие идеи ты? Санта-Клаус? Мне кажется, они не в восторге. Еще и бред в этом моменте. Ой, меня за эту музыку засудят нафиг. Ютуб такой, ютуб.
Может и нет. Если ты хочешь попробовать, что-то там стиль 6666 представляет. А мы чем-то там будем сэм... Я имею идеи. Потом будет мид, это не мясо, это миад, по-моему, там миад, это мясо. С тобой в параде на пати, типа. Я найду больше дороги, чтобы сделать больше денег. Я понял, окей. Окей, да. Что там представляет? Какая-то компания, что ли? Сходить к дяде. В психушку. Что-то много появилось, нет? Победить в гонке. Fireworks? Это что такое? Это ему заняться было нечем? Я сомневаюсь, что мне нужно идти во все эти места. Клиника. Не понял сути. Ну давай, гуляй. Можно я тебя завалю вообще? Или обоссу то, что я и хотел сделать? Я тут маленько прогулялся, потому что из-за того, что у меня окошко свернулось, оказывается, запись тоже остановилась. Я, в принципе, ничего не сделал, но оказывается, что 666 это нужно подарки собирать. У меня есть 5 штук, валялись они прямо на дороге. Походу, с помощью них мы будем сатану вызывать. Чем-то... О, чувак. Чего у нас с тобой? Тебе нужна работа? Ну... А, ты даешь мне работу, в смысле, даешь мне задание. Чё, куда мы опять? Не, мне сейчас хватает так-то там целая куча. Чё еще может быть? Мы едем в машине? Так, шприц. Чё происходит? Чувак, куда мы едем? Ты куда меня ведешь? Говори быстро. Вот, я могу только одним. Левой кнопкой мыши. Говорит Тони. Тони, что происходит? Что, мы будем убивать врачей? А. Ну, это вроде как несложная работа. А, серьезно, это будет легко. Подожди, когда я прибуду, и я буду говорить, что куда, что делать дальше. Это говорит Тони, походу. Да, это говорит Тони. Ну, в принципе, мне все ясно. Я должен завалить врачей, что ли. Один уже есть, одного завалил Тони. Использовать шприц. Не понял. Мы что... Делаем захват какого-то офиса или... Что творится вообще? Не, я должен, походу, найти 5 шприцов, но при этом я должен шприцами убивать их. Какое странное оружие, я думал, мы будем вводить им это. Не знаю, что там такое находится вообще. Яд какой-нибудь. Или типа того. Чё? Я могу брать коробки? Не понял, на Е там типа? Это карта вообще? Что нужно сделать? Я что-то там с руками связано. Ну-ка, покажи мне снова. Или больше не нужно. Хрен с этим. Угу, не пускают. Так, тут мне тоже не... Чувак, мне дальше-то куда идти вообще? Что находится там? Улица, ну... Вот что-то есть. Меня никуда не пускают. А, подняться выше. Все, готово. Так, женский. Чувак, ты в курсе, что это женский туалет? Он явно не в курсе, а может это трансвестит? О, в костюмчике, как без шприца. А, так они живые, что ли? Я, походу, парализую их. Я-то думаю, слышно, как будто они там все еще живые. Шемейль.
А, ну походу это для среднего раунда, что ли? Прикол какой-то. Ух, сколько же у вас. Да хрен с вами. Хотя какой... Во. Так, господа, я не знаю, зачем я сюда пришел вообще. Чё мне от вас требуется? Хэдкраб? В микроволновке приготовить его? Что за эксперименты вы здесь проводите? Ты чё кричишь? Опять. Не знаю как. Это происходит. Как и почему? Ты бессмертный? Да ну, почему? Готов? Готов? Готов. Хэдкраб. Так, его больше нету. Ты мне объясни, как быть дальше? Давно мы не отливали уже. Я не понимаю, ребята, вы чё? Мне вообще куда? В туалете? Так, путь конфессионал. Конфессионал. Для чего даже? Чё-то я не понимаю, на самом деле. Я еще ни одного шприца не нашел. Если они мне, конечно, нужны. Что тебе от меня нужно? Что за работа? Что мы должны сделать-то? Мне всех врачей перебить или что? Издевательство самое настоящее, а? Так. Ты не встанешь. Ты живой же, да? Ну, он живой. Ребята... А, вам обоим, да? Хватило. И тебе хватит. Они, короче, охраняют вход. Меня больше никуда не пускают. Тони. А Тони. А сирена с чем... С диверити... Тирери. Айди. Аид. Помню, мы должны... что-то там сценировать. Дальше тебе. Какая-то вон сцена, что ли. Когда ты используешь... А, это подсказка. Сирену. А, выбери руки и... Возьми руки там, не знаю. И посмотри на боди. Боди. Нажми огонь и... И... Это... Они. Они. Оди. Боди. Опять же боди, только перемещенная. Что-то там связанное с этим, короче. Сигналочка мне нужна. Сигнализация. Она есть везде или только в одном месте? Вот на складе мне показывали здесь, типа, что-то с руками связанное. Понятия не имею, что от меня требуется. Узнаем позже. Так. Да-да-да. Не реви только. Он мне говорил про сирену, типа я думал, что вот где-то там наверху будет сирена, и я ее... Чувак, ты вообще не активный, да? То есть ты здесь как декорация? Как мне быть? Что-то я вообще не вникаю, если честно. Смотрите, появляется рука. Нажимаю я... На руку, да, нажимаю. И беру ящик с собой. Зачем? Зачем? Может, под ящиками что-нибудь есть? Уберись. Что-то я не понимаю, если честно. Вообще нифига. Кучка ящиков. Может, мне надо их загрузить вот сюда, что ли? Но я же им не езжу, поэтому нафига мне это надо? Я им не управляю. То есть смысл ставить их вот сюда. Может быть, это часть работы, я поставлю их, что-нибудь изменится. Да цепись ты.
Если это не последний ящик, то я, короче, видимо, ошибся. Потому что, по-моему, он говорил, чтобы я ящики все в машину занес. Либо я туплю сильно. Он ведь что-то говорил еще про сигнализацию, но я не понимаю, если честно. Где ее включить, где ее тыкнуть, где что вообще? Может, вам сразу все ясно, может, вы уже поняли, что где и как, но я нет, вообще никак не понимаю. Тебе хватит, нет? Как делишки? У меня FPS садится, капец как. Столько времени потратил на все эти гребаные ящики, походу, зря. Может, нужный там прям к нему. Тони, давай, скажи мне что-нибудь. Тони. Тони. Алло. Поговорит с Тони. Ясно. Собственно, на этом мы сегодня заканчиваем первую серию по посту. Если кто не видел прохождение Paradise Lost, вы можете посмотреть его, найти в плейлистах. Я думаю, большинство смотрит это уже после того. Но как бы там ни было, ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Я загрузился с этого места. Не буду я, короче, делать то, что он мне говорит, потому что я не понимаю, что нужно сделать. Там просто некуда идти, нечего нажимать вообще. Ничего не происходит. Либо забагованное, либо я не могу никак понять вообще, что я сделал. Я не понимаю, что я сделал. В общем, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо. Всем пока.